Рассмотрим создание пикселя отслеживания конверсий. Для этого зайдем в раздел «Управлять рекламой». Нажимаем слева вверху меню. Выбираем пункт «Пиксели». Этот же пункт можно выбрать в разделе «Все инструменты». Выбираем в подразделе «Ресурсы» «Пиксели». Выбираем кнопку «Создать конверсию». Здесь выбираем отслеживание индивидуально настраиваемых конверсий. Нажимаем. Заполняем поле URL-адрес содержит. В моем случае URL-адрес должен содержать вот такое название страницы. Я выбираю категорию, например, просмотр материалов. Возможны варианты поиск, добавление в корзину, добавление в список желаний, инициация оформления заказа, добавление платежной информации, покупка, лид, выполнение регистрации, другое. Ну, в моем случае подойдет либо просмотр материала, либо инициация оформления заказа, но это еще не окончательное оформление заказа. Поэтому больше подходит просмотр материалов. Далее вводим название. Ценность конверсии я не указываю, потому что у меня будет конверсия, связана с проведением бесплатной консультации. Нажимаем «Создать». Готово. Как использовать созданную конверсию, покажу в следующем видео при создании объявления.